Всем привет, с вами Информ-ТВ. Многие актеры, которые родились в Украине, стали настоящими звездами российского кино. И это не только очаровательные девушки, но и харизматичные мужчины. И пока другие их коллеги навсегда уезжают из России и принимают решение не сниматься в российских фильмах, герои нашего видео продолжают радовать поклонников настоящим мужским обаянием и прекрасной актерской игрой. Зрители уже не представляют российские сериалы без этих прекрасных и популярных актеров. Не забывайте подписываться на наш канал, видео у нас выходят ежедневно. Дмитрий Сова, актер украинского происхождения, родился в Киеве и известен по эпизодическим ролям во многих российских телепроектах и по исполнению одной ключевой роли в фильме 2016 года «Я с тобой». В последнее время популярность артиста растет, и молодой человек все чаще появляется на экране в качестве главных персонажей. Станислав Бондаренко. Он родился в городе Днепрорудный Запорожской области. Известен благодаря ролям в сериалах «Верни мою любовь», «Провинциалка», «Талисман любви», «Грех», «Поцелуй судьбы» и многим другим. Благодаря яркой внешности и харизме, любимец публики чаще всего появляется в образе героев-любовников и ловеласов, но бывают и исключения. Андрей Фединчик родился в феврале 85-го в Киеве. С 2006-го снимается в кино. Дебютировал в фильме «Городской романс», сыграв эпизодическую роль. А первой значимой ролью стал Мирон в военной драме 1941. Своего героя, кстати, он сыграл и в продолжении этой драмы 1942. Андрей Чернышов. Родился в феврале 73-го в Киеве. Через 9 лет семья переехала в Забайкалье. Обладатель запоминающейся внешности разбил не одно женское сердце, как экранных героинь, так и зрительниц. В послужном списке актера почти сотня ролей в сериалах и полноформатном кино, а также яркие работы в театре. Популярность актера подогревает участие в телесериалах. Первую большую роль Чернышов сыграл в мелодраме «Свободная женщина», а самой запоминающейся стала работа в ленте «Потерянная в Чечне», съемки которой, кстати, проходили на английском языке. И последний герой нашего видео – Михаил Пшеничный. Молодой украинский и российский киноактер. Популярность получил, снявшись в сериалах «Дом с лилиями», «В плену обмана» и «Луна». Родился он в 89-м году в Киеве. В его семье никогда не было никого из мира театра и кинематографа. Несмотря на это, парень решил стать артистом. Мы уверены, что у него в будущем еще будет много интересных ролей. А кто из актеров вам лично нравится больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!